Кайрлаком кормите до старту. Мы находимся на стадионе Федерации футбола Литвы в городе Вильнюс, где через несколько часов стартует матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов Жальгирис-Астана. Стадион был построен в 2004 году, в 2010 получил свое нынешнее название LFF Stadium и получил третью категорию от УЕФА, которая позволяет проводить на этом поле матчи национальной сборной Литвы и футбольному клубу Жальгирис. И именно здесь предстоит Астане начать свой еврокубковый поход сезона 2016-2017. Астана сегодня сыграет в голубой форме, ну а хозяева в своих традиционных бело-зеленых цветах. Команды уже прибыли на стадион и уже расположились в раздевалках. Из 23 футболистов, которые прилетели с Астаной в город Вильнюс, лишь 18 получат шанс проявить себя в сегодняшней встрече. Главный тренер футбольного клуба «Астана» Станимир Стойлов дал шанс сразу двум новичкам, пополнившим команду этим летом, проявить себя в сегодняшней встрече. Так на поле на правом фланге появились игрок национальной сборной Македонии Агим Ибраими, и под ним расположился Игорь Шитов, также игрок своей национальной сборной, на этот раз Беларуси. Помимо этих двух футболистов, в составе «Астаны» в Еврокубках дебютировал еще защитник Юрий Логвиненко. Таким образом, следующий вид получил у нас стартовый состав «Астаны». Нина Терич защищает ворота под номером 1, 22-й защитника. Марин Анчич номер 5, Юрий Логвиненко номер 27. По флангам расположились 77-й Дмитрий Шамко и 14-й Игорь Шитов. Два центральных полузащитника: Рохер Канец номер 88, внимание, Максимович номер 6. Креативное трио, которое постоянно менялись в течение матча своими местами на поле, это Сережан Мужиков номер 7, Агим Ибраими номер 9 и Патрик Тумаси номер 23. Единственного нападающего играл капитан столичной команды Танат Нусербаев под 17 номером. Вышел на поле этот футболист. Для себя, в принципе, уже традиционные на спине эти цифры. Несмотря на статус гостевой команды, именно футболисты Астаны с первых минут завладели преимуществом и начали контролировать мяч и ход этого поединка. Но, тем не менее, хозяева также показали, что они не лакомшиты и не зря являются действующими чемпионами Литвы. Уже на первых минутах был хороший момент. Патрик Твумаси прорвался по левому флангу, простреливал, но Агим Ибраими не дотянулся до мяча, и атака была упущена. Футболисты Жальгириса также пытались контратаковать, но, как мы видим, их ударам не хватало точности. Еще один момент. Патрик Твумаси разгонял атаку, передача на Таната Нусербаева, ну и эта атака завершается ударом Немани Максимовича. Сербский полузащитник пробил точно, но не очень сильно. И голкипер хозяев Клевинскас этот мяч легко забрал. После стандартного положения также было опасно у ворот литовцев, но Юрий Логвиненко головой пробивает вновь точно, но вновь не очень сильно. Танат Нусербаев решается на удар из-за предела штрафной. Мяч прилетает точно в руки голкиперу гостей. Ну вот ответ футболистов из Вильнюса. Подача штрафную, но Нина Терич блестяще играет на выходе и разряжает обстановку. Хорошая попытка удара в исполнении Сережана Мужикова. Мяч проходит над перекладиной ворот. Таким образом, первый тайм завершился с нулями на табло стадиона Литовской Федерации футбола. В первых же минут второй половины вновь наращивают давление футболисты Астаны у ворот Жальгириса. Вот мы видели неплохой момент в исполнении Игоря Шитова, но мяч в ворота так и не попал, срикошетив от ноги защитника. Ответ в исполнении литовцев, хороший дальний удар, но на этот раз уже Ненад Эрич продемонстрировал все свои умения, чтобы сохранить свои ворота в неприкосновенности. Хорошая комбинация в исполнении Агима Ибраими, игра в стенку с Танатом Нусербаевым и попытка дальнего удара, но мяч пролетает над перекладиной, еще одна попытка в исполнении Патрика Твумаси и стандартное положение, которое завершал Танат Нусербаев, но вновь мяч пролетает над перекладиной ворот. Но мы видим контратаку, увлекшись игрой впереди, футболисты Астаны пропускают ее на конце второго тайма, но мяч в створ ворот не попадает. Еще одна хорошая атака в исполнении Патрика Твумаси. Удар, голкипер перед собой отражает мяч, но Немани Максимович на добивание не успевает. Но это уже новичок команды Игорь Шитов решается на удар метров с 35-40, и голкипер хозяев демонстрирует все свое умение, чтобы выручить свою команду. Но это, пожалуй, самый опасный момент конца матча. Жальгирис убегает в контратаку. Голландский защитник команды из Литвы эту контратаку разгоняет. Сережан Мужиков не успевает к этому мячу, и
Лишь реакция Ненада Эрича выручает команду от больших неприятностей. Футболисты Астаны в конце матча все-таки пытались изменить ситуацию, но в итоге ни одна, ни другая команда не сумела отличиться в этой встрече. Матч завершился со счетом 0-0 по всем статистическим показателям. Команда Станимира Стойлова превзошла своего противника, но тем не менее счет на табло, и теперь уже все решится в ответной встрече в Астане, которая пройдет 20 июля.